если остались те, кто следят за мной, и за тем, что верно быть не должно иначе, но хотя бы один, сверкающий за спиной, ну хотя бы тот, кто хочет ко мне отдачи, пусть отложит пару-тройку вселенских дел, на секунду пусть от вечности отвлекутся, и вершитель судеб, в руке зажимая мел, провергнет, что параллельно не сойдутся. И они, наконец, заметят, что пуст престол, и все стрелы его, пока я спряжен в полете, и тогда меня положат тебе на стол в белый. Белый, на белый, переплетит.